На днях прошел торжественный концерт, посвященный 85-летию ЦРБ и Дню медика. Все, кто имеет отношение к этой профессии, собрались в актовом зале МО СОЖ номер 56. Приехало много гостей, ветеранов, работающих врачей. Поздравила всех с праздником главный врач ЦРБ Ольга Чеботарева. Дорогие друзья, уважаемые работники здравоохранения, ветераны, гости, примите искренние поздравления с юбилеем и с Днем медицинского работника. Наша больница отмечает 85 лет со дня образования, и совместили мы это событие с нашим любимым праздником – Днем медицинского работника. Потому что в этот праздник нас поздравляют больше всех, уважают больше других, дарят цветы, подарки, говорят замечательные слова в наш адрес. И я считаю, что это здорово. В этот праздничный день славного юбилея желаю вам крепкого здоровья, финансового благополучия и благодарных пациентов. С праздником всех! Глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова присоединилась к поздравлениям с искренними словами признательности и благодарности. Примите самые добрые, искренние поздравления с вашим профессиональным праздником Днем медицинского работника и с 85-летним юбилеем со дня образования Центральной Артемовской больницы. Приехали на важный юбилей те, кто посвятил этой больнице не один десяток лет. Это ветераны. Нина Тамбовская, Борис Шагабудинов, Юрий Черемных, Клавдия Хмелева. Им вручили памятные подарки и цветы. О каждом из них сказали самые добрые слова и слова огромной признательности. Получили грамоты и те, кто сейчас работает в ЦРБ. Никого не обошли вниманием. Каждого поприветствовали и поблагодарили. Не осталась в стороне заместитель главы Артемовского городского округа по социальным вопросам и высказала в адрес медработников слова сердечной благодарности. Сегодняшний день замечательный на территории Артемовского городского округа. Он имеет много поводов, и я с радостью ими воспользуюсь. Первый повод – это, конечно, поздравить вас всех с двумя праздниками. С наступающим профессиональным праздником, Днем медицинского работника – и с замечательным юбилеем Артемовской центральной районной больницы. Второе – это, конечно, еще раз поблагодарить ветеранов за ту жизнь, которую вы отдали служению человеку, его здоровью, за ваш труд, поблагодарить всех за верность выбранной профессии, поблагодарить молодых врачей, которые пришли сюда и сегодня, безусловно, также учиться этому служению и любви к человеку. Конечно, поблагодарить за взаимодействие государственное, бюджетное, учреждение здравоохранения Свердловской области, за взаимодействие с органами местного самоуправления. И чем теснее будет это взаимодействие, тем лучше мы выполним нашу совместную основную задачу – сделать жизнь каждого человека на нашей территории – от самого маленького до пожилого и до долгожителя лучше, качественнее, а значит счастливее. Поздравлений было много. Поздравили с праздником и юбилеем управления образования Артемовского городского округа, работники культуры, коллектив полиции, управление социальной защиты населения. Присоединились к поздравлениям и депутаты Думы Артемовского городского округа, преподнеся немало ценных подарков. Поздравляю с юбилеем, дарю подарок. В этот телевизор мы увидели открытие поликлиники. Разрешите от себя лично поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с юбилеем, 85-летием Центральной районной больницы. Пожелать вам, вашим работникам, вашим близким благосостояния во всем и всегда. Для меня слово «врач» – это вообще отдельная категория. Я считаю, что это святые люди, обладающие божественным даром. После слов и поздравлений перешли к концерту. Множество певцов, музыкантов, танцоров приехало поздравить здравоохранение и всех работников. Как красиво и завораживающе звучала скрипка в руках замечательного музыканта-скрипача. Его отличную игру оценили все присутствующие.
каждая песня Элеоноры Моисеенко, Николая Тимакова, Валерия Топоркова звучали по-особенному, оставляя в сердцах слушателей нотки грусти, радости, переживаний и надежды. Не влюбиться в это было нельзя, ведь все их творчество идет от души. Танцев. Танцоры театра эстрада выразили признательность и благодарность медицинским работникам так, как они умеют делать лучше всего – в танцевальных па. В концерте звучала и народная музыка, ведь каждые напевы и переливы – это наша русская душа. С замиранием зал слушал такие песни, ведь это все замечательное творчество в честь юбиляров, медицинских работников.